предлагаем для семейного просмотра романтичную киноленту «Гордость и предубеждение». Англия, конец 18 века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен, мистер Бингли. Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли, красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть. Смотрите экранизацию знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».